Качество, разнообразие и приемлемые цены. Каждый мог купить на минувших выходных все самое необходимое. 22 апреля на Сморгонщине прошла уже ставшая традиционной весенняя ярмарка «Сад, огород, дача». Весенняя ярмарка для сморгонцев – это всегда долгожданное событие. В конце прошлой недели улица Якуба Колоса превратилась в большую торговую площадку, поражающую изобилием товаров. Уже с момента открытия мероприятия на ярмарочных рядах было очень оживленно. Несмотря на то, что сегодня многое можно купить в магазинах и через интернет, не выходя из дома с доставкой покупок по любому адресу, ярмарки не теряют своей актуальности. Они удобны не только для населения, но и для тех, кто реализует свою продукцию. География участников с каждым годом становится все шире. Занимаюсь торговлей уже давно, в основном у меня ассортимент овощи, фрукты. Всегда, когда ярмарки проходят, без моего участия не обходится. Сегодня яблок очень хорошо пользуется спросом. Также есть редиска, лучок. Цены немножко упали, но спросом еще пользуется. Клубника, рассада. Очень много покупателей, даже не успеваю всех и обслуживать, иногда очередь собирается. Наверное, связано с тем, что сегодня ярмарка, хорошая погода, и люди, и настроение, от настроения много чего зависит. Ярмарочные ряды впечатляли. Было все. Овощи и фрукты, мед, орехи и живая рыба. И это далеко не полный перечень товаров, за которыми съезжались горожане и жители близлежащих населенных пунктов. Особой популярностью пользовались плетеные корзины и другие изделия из лозы, а также клубника. Поражало изобилие семян и посадочного материала, что особенно актуально в начале дачного сезона. Стоит отметить, что все торговцы с радостью делились опытом, как высаживать саженцы и в дальнейшем ухаживать за ними. Пришли всей семьей, купили миндаль и персик, будем сажать на своем приусадебном участке. Как ярмарка, как настроение? Очень хорошо, очень нравится все. Это ежегодная традиция наша. Что в прошлый раз купили? Яблони, груши, вишни. Цены допустимые, как раз приемлемые для нас. А купили и розы, и саженцы. Значит, у нас что, слива, абрикос, персик, даже виноград взяли новые сорта. И еще взяли семена. Сейчас советуют вокруг штампа деревьев посадить настурцию. Вот, мы теперь плануем так. И столетник давно хотели купить алоэ, вот теперь только купили. Спасибо, замечательная ярмарка, все очень здорово. Где мы довольны. Садить? На хуторе мы живем. Там ветра, но будем искать такие места, где не продувается так сильно. Потому что абрикос очень такой теплолюбивый, персик тоже. У нас 30 деревьев. В саду. Нашлось место и ремесленникам с оригинальными изделиями ручной работы из глины и дерева, натуральной кожи. Для юных участников мероприятия был представлен широкий выбор мягких игрушек и сладостей. Любители живности покупали цыплят и кроликов. Кто-то приходил за конкретной продукцией, кто-то же просто гулял и изучал ассортимент. Сегодня мы купили на ярмарке кролика. Будем заниматься разведением для внуков радость. И купили вот так по мелочам бананов, фруктов. Мы постоянно деревья покупаем, кусты. Не подвела и погода. На улице было очень тепло и солнечно. Это позволило горожанам и гостям Сморгонщины сделать необходимые покупки без спешки и суеты. Уходя с ярмарки, сморгонцы уносили с собой не только купленные по привлекательной цене товары, но и заряд хорошего настроения. Ярмарка удалась на славу.